Может быть, сделать ее чуть полукруглой. Здесь еще Ctrl-R. Вот так. И вот эти бочки их немножко выровнять сюда. Чуть-чуть, да? Е по иксу. Вот так. Вот. Отлично. Это сделали. Теперь здесь позаботиться о фарах. Мы можем сделать так, что... Секунду. Чтобы по всей модели не шло это. Так. Секунду. Вот это ребро и вот это ребро. Subdivision. Ребят, ну так нечестно. Я ожидаю, что вот это будет Subdivision. Subdivision, да? Вот. И сказать, их две должно быть. Потом вот эту взять и растянуть немножко по оси S. Х, вернее. Вот так. Так. Дальше можем взять. Это как там у нас не сделано. Круглые фары. Но я не хочу круглые. А придется, да? А, ну мы сделаем так, ребята, сейчас. Вот. Все, я понял. Мы сейчас говорим и. Вот так. Задвигаем это внутрь, да. Е, вот так. А оттуда выводим две фары круглые, отдельно ставим, да и все. Так, то есть два цилиндра сейчас поставим. Цилиндр, так, ну дофига, ребят, 16 должно достаточно быть, так. Делили, выделили. Теперь развернули. Это будет R по X на 90 градусов. И уменьшаем. Вытаскиваем G по Y. Вот сюда. Вот еще мы посмотрим сейчас спереди, как это будет выглядеть. Так, G. Так, нормально. Ставим внутрь. Так, допустим, да, чуть-чуть вдавлены. И еще один. Shift D. Улицу. Теперь эти обе мы должны их немножечко сравнять, то есть выровнять, поэтому будет gx. Так, хорошо. Далее берем и вот и так внутрь загоняем. Внутрь загнали. Так. Дальше. И. Раз. А что оно круглое-то? Неприятно как. И. Вытаскиваю на вперед немножко. Да нет, просто с G. Вперед это значит поиграть. Вот так. Странно. Почему вдруг
Я сейчас переделаю. Подождите, давайте остановлю. Так, вот так сделали. Пока ничего больше не трогаем. Единственное, что... Ну, вот это я вообще сейчас, скорее всего, порежу. Не хочу эту часть трогать. Ну, потому что зачем повторять одно и то же, когда можно сделать так. Ну-ка. Возьмем сейчас какой-нибудь... Вот это разделим контроллер. Это еще что? Да. Это вот так мы теперь делим контроллерчик. Здорово. Я разберусь сейчас. Так, ну-ка назад, чтобы вам место было. То есть я сказал subdivision, вот здесь выделил вот эти две. Нажал subdivision, взял вот эту штуку, потянул ее по x, gpx, да, вот сюда. Как бы захотел сделать некоторые крылышки. Теперь я должен взять вот это ребро и поднять его через это. Но тут-то нормально, а вот здесь мне придется опустить. Вот эти вот точки придется опустить. Вот так. То есть просто чуть вот сделать такие крылышки, да? Хорошо. Так, следующий шаг. Нам нужен бампер. И здесь нужен бампер. Давайте сделаем. Делов-то. Возьмем вот это. Shift D, отодвинем, уберем зависимость P. Так, далее S, вернее E. Нет, надо еще раз выделить вот этот, выделить, да, и теперь можем сказать, что это будет у нас E. Вот так. А вот это будем двигать дальше. G, да? Так, по X. Вот так вот. Ну и тут сделаем контроллерчик. Подведем его сюда. И здесь. Здесь вот это вот. Тянем Е. Вот так вот. Отлично. Готово. То же самое здесь. Смотрим. Вот, вот этот возьмем сейчас. Скажу Shift D и сразу P. Нет, надо сначала отодвинуть чуть-чуть, сказать P, это будет чужое. Так, теперь git mod так Е. Ну, можем сюда задвинуть вот так. Далее сюда. Ну, давайте. GPX.
Пу-пу-пу-пу-пу-пу. Многовато, конечно. Не знаю, надо ли выравнивать. Давайте не будем. С. Нет, Е. Е. Да, мат. Е. По иксу. Так, где у нас настоящая? Этого сейчас вытащим. И так. Теперь. Даже мы сейчас больше сделаем. По-другому сделаем. Вот так сделаем. Так. А дальше вот это просто раздвинем. Вот я по иксу. Что мы сменили? Язык, что ли, или что? В чем дело? Сделаем, да и все. А теперь схитрим. Вытащим это. Вот так, потолще, да? И теперь всю эту беду, вот эту вот, запихиваем, получается бампер. G по Y. Все сменилось, что ли, опять? По X? Нет. Тоже нет. G по Y. Все получилось. Так. И S по Y еще раз. S. Ребят, все дело в том, что объект взял за моду. Оригинальная геометрия. Не надо другой геометрии. Смотри, сколько я провозился. Вот так я сделаю и немножко расширю. О. Выправим, да и все сейчас. Так, давайте R по Y управляем. Делаем прямые. Так. Так, то есть это сделали. Теперь берем, так ставим сбоку их вот так. Вот так. И выправляем вот это вот сразу, чтобы оно нам не мешало. G она будет по X. Вот так, правильно вытащим ее вот так. А теперь возьмем вот эти две точки и потянем их вперед по X, да? GX. Вот так. И вот эту мы можем теперь тоже немножко сказать G по X. Вот так. Немножко. Так. Теперь выбираем вот эту вот. Говорим E. Так. И полностью вот эту штуку задвигаем теперь просто-напросто Y. Задвигаем G по Y куда? Вот сюда. Все. Если нам что-то не нравится,
Мы можем вот это ребро. Вот это ребро. Вот это вот ребрышко. Да, и вот отодвинуть просто и все. Вот так. Готово. То есть у нас эти дела готовы. Кстати, посмотреть, что у нас там. 15 минут ерунда. Посмотреть, что у него сзади там. Как сделано сзади. Оно тут номер типа, да, и две таких полоски. Ага. Ладно. Еще раз. Мы можем поднять это дело сейчас. Вот так. Мы сделаем сейчас по-другому немножко. Поднимем наверх Е. Вот так. Потом здесь разделить дважды Ctrl-R. Вот так. И вот растянуть теперь. S по чему там? По иксу. Так, теперь возьмем вот эту, натянем ее тоже по иксу сюда немножко и глянем, что у нас там. А теперь мы можем взять вот эту штуку, вот это вот ребро. И вот сюда задвинуть. Таким образом мы получили уже. Так, а здесь фара какая будет фара? Так, давайте просто возьмем вот этот вот кусочек Shift D. Так, Shift D и отодвинем по Y, G, Shift D. Теперь чуть-чуть ее по S, по X. Вот так. Далее E выдвигаем и ставим на место. Ну, во-первых, ее надо будет немножечко. И теперь ставить куда нам нужно. Ахахахаха. Это как всегда, мы таскиваем, двигаем, сюда затаскиваем, ну-ка, сбоку, 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 сбоку. Сзади вот. И вытаскиваем туда, куда нужно. Нет, вот тут она будет. Так, а вот это мне надо править. Но каким-то образом здесь получилось так, что это чуть потянем сейчас. Вот и все. Ага, она такая прямая, прям такая прямая, прямая. Все. Теперь у нас здесь это есть. Тут надо насчет бампера побеспокоиться. Нет, не бампер, а впереди у них есть такая штука.
Сейчас мы вот эти сначала с вами выберем вот эти два объекта, где она. Вот этот объект и вот этот объект. Скажем, что он их set origin находится в 3D курсоре, переведем все в ноль. Mirror. А, я их не соединял, понятно. Ну, еще раз Mirror. Так, вот здесь все прекрасно. Так, вот тут мне не хочется делать такие штуки. Подождите, ребята. Тут у меня, видите, какой показчик. Вытянутый вперед немножко, мне кажется. Стоит ли нам такое делать? Это вопрос. Так, если мы возьмем здесь, скажем, секундочку, Ctrl-R, вот так, и потянем его, подождите, потянем его вот сюда, в x по x сначала, так. А теперь внутрь. Посмотрим, что получится. Это будет G по Y. Вот так должно быть. Вот. Получилось то, что надо. Ха-ха-ха. Отлично. Но можно и побольше было раздвинуть. Да. Хотя, ну. Хотя все равно. Так, ну а теперь надо здесь такие полосочки сделать в виде радиатора, да? Сейчас сделаем. Вот этот возьмем. Он неровный, зараза. Сейчас посмотрим, в чем дело тут. Можем этот поднять. Посмотрим сбоку. Да, вот так. Как-то он кажется ровно, а на самом деле нет. Ну, так. Сжи наверх. Так. Ну а теперь возьмем вот этот. Его, наверное, лучше всего Shift-D сказать. Shift-D и отодвинуть по оси Y. Джейлик. Вот так, да. Так, а здесь сделать много-много-много вот этих вот. Так, сделали. Теперь берем вот эти. Так. Да нет же. Вот этот. И этот. Так. И тянем их. Вот так, не боясь. Как красиво получается. Можно. Так, смотрим спереди. Подтягиваем, наверное, чуть-чуть наверх. Ничего G. Зато. Так. И по игреку теперь. Ставим на место. Вот сюда. Единственное, что нам придется это утопить. Зато вот так. Утопить ее придется. Вот так вот. Да, так будет правильно. Так, и там у него еще есть отбойник, вот этот. Что-то он какой-то странный. Не очень хороший отбойник. Ну, сделаем что. Сколько времени-то? 24. Стопорим, потому что еще колеса надо делать, фонари.
Я расположил так, что две здесь, одна вот тут на вышке, да. Потом описал слово police 911, раскрасил. Так, поставил Х для вертолета сюда. И, ну, такой жетон, типа, да, без всяких обозначений, потому что стуки не любят, когда тут что-то рисуется. Ну, вот, все, дорогие друзья. В принципе, мы можем... Единственное, что... Так, сейчас я посмотрю, подождите, нет. Вот это почему здесь такое надо сделать, если же... Вот так. А это, возможно... Вот этот материал. Ну, мы не будем особо тут... сзади, потому что сзади практически, ну, почти не будет никогда видно. Так, на всякий случай сделаем. Хотя вот с этой стороны, я думаю, да, с этой стороны может быть видно, потому что, ну, когда я буду ворочать хэнди, то есть, или мобильник по-вашему, то там будет сзади видно, конечно. Ну, вот так. Сверху я поставил знак Wi-Fi, что посылается сигнал. Не знаю, может поменьше надо его сделать. Что-то он сильно большой, мне кажется. Нет? Нет? Ну, на всякий случай. Так, чуть-чуть уменьшился. Так, ну а теперь я пойду рендеринг сделаю для того, чтобы продать это все. Хорошо. Ну, а с вами я прощаюсь. Следующее мы будем делать полицейские машины. Ну и две, которые между собой столкнутся. Я думаю, так надо сделать. Ну все. До следующего раза. Пока.